Юрий рассказывает, что это за помещение. Это помещение для молодняка. То есть козлята второго аккорда. Сколько сейчас здесь козлят? Ну, порядка 30. Порядка 30 козлят, да? И возраст какой у них? Возраст от месяца. А вот оно разбито вот этими перегородками с какой целью? То есть по возрасту их как-то? По возрасту, соответственно, да, совсем маленькие здесь вот находятся, вот, чтобы их не затоптали. Вот. Ну, так, как в детском саде. Старшая группа, подготовительная. По группам, да? Если вы заметили, они уже 90% чипированы. На чипе индивидуальный номер, который позволяет идентифицировать это животное, понимать, кто у него папа, мама. И в дальнейшем для доения это тоже важно? Для доения важно, но при дойке еще будут дополнительные чипы. Еще дополнительные, да, чипы, да? Комплект с дойкой идет, там дополнительные чипы, которые позволяют более достоверно отслеживать. Угу. Ну и более удобно. Юрий, а почему рога-то оставлены, а не обезрожены? Это козлики. А, это козлики. То есть это на мясо пойдет? Ну, хотелось бы, чтобы побольше, конечно, продать. Первый раз даже отдать готовы. Ага. Лишь бы пошло впрок. Вот. Хорошие производители, жалко, конечно. Но вы сами понимаете, если это затянется дело, они нас просто съедят, мы вынуждены просто использовать. Хотелось бы рассказать про первый аккорд, конкретно про козликов, которых народилось у нас 32 особи. Вот. И первая пятерка, даже десятка, можно сказать, она была такая прям близка нам очень к сердцу. Они все имели имена и отчество. Вот. И отрадно, что они все-таки выполняют свои жилы, здоровы, выполняют свои функции. Люди их уехали в другие хозяйства. Уехали в другие хозяйства, даже в соседней области. И люди довольны, и мы тоже довольны, что они кому-то пригодились. Что не пришлось забивать Ивана Ивановича, условно говоря. Да. Борис Борисович. Борис Борисович. Ну да, на самом деле это очень важно, не давать. Не очеловечивать все-таки скотинку, потому что она для нас в первую очередь, а не мы для нее. Да. Вот этот этап мы пережили, надеюсь, это, что пережили. Да, это важный этап становления хозяйства однозначно. Юрий, а это что за животное? Это козочки или тоже козлики? Это козочки. Козочки. Это наш шлейф. Отлично. Почему опять же с рогами? Почему не обезроживают? Все, вот если внимательно посмотрите. Есть обезроженные. А, ну вот, вот. А, нет, не вижу. А где? А где? Кыш-кыш-кыш, девки. Ну вот все вот эти, вот это прижженные. Это прижженные, да, вот эти, да, рожки? Да. А, это прижженные, да, рожки. Да. Сами прижигали? Сами прижигали, но только второй аккорд. Первый аккорд пытались за счет резинок. За счет резинок. Но результат такой, не совсем на самом деле. И решили, что будем прижигать. Болезненная процедура для животного, но временная и более эффективная, чем резинки. Прижигание, конечно. Страшно было прижигать первый раз? Конечно, они кричат очень сильно. Жалко их, но необходимость. Необходимость, да. На самом деле, когда вот мы снимали этот процесс, он первоначально, наверное, кажется каким-то страшным и жестоким, но, как мне кажется, это достаточно просто, и главное, чтобы рука не тряслась. Да, тут главное набить руку. Вы, да, совершенно, да, правы. То есть и потом это все достаточно просто, потому что мы видели в одном хозяйстве, когда рогатая коза травмировала другую козу, да, и вот эти падеж этого стада, непредвиденные вот эти вот, ну, никому это не нужно, травмы, лечить или там зарезать козу дойную, жалко. То есть поэтому нужно обезроживать. Да, они как в любом коллективе возникают конфликты, решаются которые при помощи не слов, а действий. Для того рогатые им и нужны.